Британские подданные Назанин Загари Редклифф и Ануши Ашури вернулись в Соединенное Королевство после 6 лет, проведенных в заключении в Иране. Они прибыли на британскую военную базу. Журналистка Загари Редклифф поехала в Иран к родителям, чтобы показать им маленькую дочь. Женщину задержали. В ходе процесса ее признали виновной в преступлениях против национальной безопасности и распространении пропаганды и приговорили к 5 годам тюрьмы. Предприниматель Ашури был приговорен к 10 годам заключения. Его обвинили в связи с израильским Моссадом и в незаконном приобретении богатств. Встреча с родными после долгих лет разлуки была эмоциональной. Переговоры об освобождении британцев велись несколько лет. Об освобождении Загари Редклифф и Ашури было объявлено в среду. В тот же день Лондон указал, что Великобритания урегулировала старый долг Ирану в 400 миллионов фунтов стерлингов, не связывая при этом два события.